«Сохрани сердце здоровым». Акция под таким названием прошла в одном из ивановских торговых центров. Уже 8-й год подряд в регионе празднуют День сердца. В четверг жители области во всех поликлиниках и центрах здоровья могли измерить давление, сделать ЭКГ и проконсультироваться со специалистами. Помочь с делами сердечными, как обычно, вызвались волонтеры движения «Кардиогвардия». «Кардиогвардия» занимается профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Наша цель – это снижение смертности населения Ивановской области от заболеваний сердца и сосудов. Также мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17 миллионов человек. Почти 80% инсультов и инфарктов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать питание и физическую активность. Главное – услышать первые звоночки и вовремя на них отреагировать. Если фактор риска обнаружен и своевременно скорректирован, человек может прожить на десятки лет дольше. За 5 лет до реальной катастрофы появляются какие-то предикторы, то есть предшественники, вот эти самые факторы риска. Рядом со сценой расположились пункты здоровья. Здесь каждый мог узнать о состоянии своего организма и получить полезные рекомендации. Лидия Варягина за здоровьем своего сердца следит тщательно. Считает, активный образ жизни – залог хорошего самочувствия. Я ежедневно, кстати, хожу в парке, делаю по 5-6 километров, прогуливаюсь, стараюсь держаться в питании, сохранять режим питания, стараюсь не нервничать, любоваться внуками. В этот день прошли обследования и посетили кардиологов около 1000 ивановцев. По словам специалистов, забота о своем здоровье – занятие в последнее время популярное и даже модное. Медики таким увлечением только рады. Остается надеяться, что в будущем сердечные переживания будут обусловлены лишь любовными неудачами. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.